Всем привет, с вами Стивпо, и сегодня вторая часть прохождения карты Simroom в Майнкрафте Pocket Edition. Ну что ж, я нашел эту дверь, она у нас находится прямо, и вот мы прямо видим эту дверь. Да, я не мог найти дверь до этого, но я просто побегал и нашел эту дверь. Ну что ж, мы переходим уже к шестой комнате, где нам предстоит что-то сделать. Так, с этой конетка, ну давайте мы ее поправим. Так, ну и ладно. Пофиг с тобой. Так, здесь нам, получается, что-то нужно выбрать. Я очень плохо шарю в этом английском языке. Так, смотрите, здесь у нас есть... Можно там что-нибудь посмотреть. Так, ну-ка. Все нормально. Ну, я не знаю, эти знаки, наверное, не просто так поставлены, но вникнуть в них я не могу. Ну, давайте выберем вот этот люк. Так, лава. Надеюсь, нам повезет. Выйти мы уже не можем. Нет, мы, к сожалению, умерли. Ну, давайте быстро вернемся к нашему этапу. Для этого мы сейчас очень быстро побежим. Очень-очень быстро побежим. Ну, мы здесь уже прошли все наши 5 этапов, поэтому мы до 6 этапа дойдем быстро. Так, бежим. Как видите, все гладко пока идет. Без единой запинки, да. Сейчас проходим 5-ю комнату и добегаем до нашей 6-й комнаты. Потратив на это всего лишь 30 секунд. Так. Спускаемся вниз и опять появляемся в этой комнате. Ну, получается, нам нужно выбрать второй вариант. Ну все, отлично, мы прошли. У нас остается 7-я комната. Здесь нам дается редстоун и красный факел. Так, ну получается, нам придется докончить этот механизм. Так. Ну, отлично, сюда мы 100%. А, давайте здесь посмотрим, что у нас. А здесь у нас тоже разрыв. Так, ну давайте поставим тогда сюда. Сюда. Так, вот сюда поставим. И там вроде все, да? Дверь у нас все равно почему-то не открывается. А, вот еще здесь у нас разрыв. Так, но дверь все равно не открывается. Что ж такое? Ну, нет. Но дверь у нас стабильно так не открывается. Может, нужно было заменить красный факел? Смотрите, дверь все равно не работает. Может быть, неверно проведен редстоун? Кстати, такое может быть, да, запросто. Но я не могу понять, почему не работает. Давайте нажмем. Все вроде нормально идет. Энергия успевает поступать. Но дверь все равно не открывается. Что за вакханаль? И, кстати, багнутый редстоун. Да. Релиз ничем не лучше билдов. Но дверь все равно не открывается. Что же случилось? Ставим сюда редстоун, все равно дверь не открывается. Так, ну, я не знаю. Давайте поставим, что ли, сюда. Все равно не открывается. О! Мы открыли дверь. Мы открыли дверь. Все, отлично. Мы прошли целиком эту карту. Да, все отлично. Ха. 7 комнат мы прошли. Ну, я все-таки хочу разобраться с этим редстоном. Куда нам нужно поставить этот красный факел? Я полагаю, что красный факел я поставил к двери неверно. Ну, а вдруг это пасхалочка? Может быть, я все сделал верно, но я все-таки хочу разобраться. Мне кажется, я что-то пропустил. Смотрите, все равно все не работает. Но в чем же может быть причина? А, ну смотрите, здесь я не провел так называемый редстоун. Ну, мы можем сюда поставить факел. Но, как видите, все равно ничего не выходит. Это просто вакханаль, который мы не можем решить. Ну что ж, скачивайте карту. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.